Так, друзья, мы сегодня с вами приехали в BMW Group, а именно в нашу любимую тематику мотоцикла. Я выскочил на улицу, чтобы вступление записать наше. Сейчас мы с вами посмотрим новинку электрический скутер и некоторые модели, которые представлены здесь. Пойдемте. Там, кстати, такая фотосет идет. Опа. Так, ну, все у нас тут уже, видите, ходит техника, лапают. Оу. Это что сейчас будет? Экран. Экран? А что будет показывать? Кино. Отлично, сейчас нам еще что-то покажут. Пока Борис занят, смотрите, кто у нас здесь. Андрюха скутерец. Здравствуйте, я Андрейка. Я ничего не могу рассказать, я собираю первый мопед. Ты собираешь первый мопед? А чем, что за мопед будет? Триумф. Тайгер 900, три катла. А, то есть это самое. А ты знаешь, то, что у них есть проблема с заводом? У них постоянно течет вилка с модельного ряда 2014 года. А у меня 96-го. У тебя 96-го? Кстати, Борис подосвободился. Пойдемте его за мопедку помочь. Все, давай, мучь. Да, так, ребят, вот Борис. Привет, привет. Да, кстати. Борис, расскажи, пожалуйста, у нас тут новинка получается. И я, кстати, хотел более правильно тебя представить, то есть ты по технической части, да, получается, можешь все рассказать, могу, да, все за рассказать. Любую модель. Ну, только BMW. Ну, за любую модель BMW. Слушай, ну, допустим, вот самый простой вопрос, который всех мучает. Как его заряжать? Заряжать его от обычной розетки. Единственное, что важно, да, что розетка должна быть с заземлением. А вот что в понятии заземления? То есть вот у нас розетки дома, они с заземлением идут? По умолчанию, да. А, то есть как бы если... Ну, это, я уже... почему говорю, мы... Когда то есть это, его... это обычное, то есть это не какое-то специальное заземление. Когда только его привезли, мы решили зарядить, лень было катить его к розетке, мы взяли удлинитель какой-то дешевый китайский, там все, за 100 рублей купленный, мы втыкаем, и он не заряжается. И думаем, что такое, сломался что ли, а на самом деле просто плохой удлинитель. Все, то есть просто вот в этом понятии заземления, потому что когда ты говоришь, а ты можешь продемонстрировать, пожалуйста, как раз как, вот... Как он заряжается? Ну, не заряжается хотя бы, то есть система. Вот, допустим, я приехал, что за провод, куда он вставляется, да, как да, бы. Давай сейчас... Да. Розетка. Да. Значит, достаем из бардачка специальный провод. Так. Вот такой вот. Так он не 320, очень похож, да? Как нет, бы. То есть 380, обычный 380, 220. Да. Вот обычная абсолютно вилка, такая же, как дома. Какой-то электрочайник включается так же. Угу. Кстати, звук издает примерно такой же, как электрочайник, когда заряжается. Да? Здесь у него в левом бардачке специальный разъем. Угу. Я потом подсниму. В который мы... Вставляем вот эту часть. Угу. Он защелкивается. И все, через этот блок, да, он же... Ответную часть, да, вставляем в розетку. Если розетка у нас выдает достаточную силу тока, угу. Если 13 ампер она выдает, то... То считается зарядка, то да? Зарядится он у нас за 4,5 часа. На 4,5 часа. Есть еще второй вариант зарядного устройства. Для него нужна специальная розетка. Угу. Он заряжает быстрее. Угу. Там больше силы тока. А в комплекте идут обе? В комплекте идет только такая. Только такая. То есть при покупке я получаю только... Да, если есть загородный дом, если ты можешь себе оборудовать специальное место для зарядки с большой силой тока, со специальной розеткой, в гараже, ты покупаешь это дополнительное устройство, да, и заряжаешь его быстрее. Угу, угу, замечательно. И полной зарядки на сколько нам получается хватает? На 160 километров в среднем, да. Ну, в среднем темпе? Естественно, что это зависит от того, как ехать. Если валить всю дорогу на все деньги, то, конечно, будет меньше. А средний темп это что считается? Для ну, него? Для ну, него сколько? Скажем так, правила дорожного движения, если соблюдать. Все, 60-80, скажем да, так, да, то это средний темп. Да. Ну, понятнее. Вот, ну. У него тоже, естественно, есть разные настройки. То есть в зависимости от того, какую мы настройку выберем, насколько агрессивно он будет разгоняться и насколько эффективная будет включена рекуперация, там 4 режима с разной эффективностью, соответственно, тоже от этого будет зависеть, насколько он далеко уедет на одной зарядке. Так, ребят, про зарядку мы узнали, тут рядом ломится Андрей, хочет задать вопрос. Зарядка, не зарядка, это все нафиг мне не надо. Самое главное, он стантит или нет? Ну, это зависит от того, кто на нем сидит, ты же понимаешь. То есть можно, у него, он позволяет, да, отключить систему на нем и стантит все же? Знаешь, есть вот у нас мотоцикл, вот стоит, 1600 GT. Так. Он, вот,
Любой, кто бы спросил, я бы ответил, что не позволяет. Ну, понятно, но... Когда его только запускали, да, когда его презентовали. Есть такой человек, ну, я, конечно, знаю, Крис Пайкер, да? Угу. Вот, он для BMW делал на всех мотоциклах всегда станшоу. Вот он на этом мотоцикле исполнял такое, что у меня вот волосы просто дыбом вставали. Ну, то есть, как бы, можно вот, любой технике. Мотоцикл, который не стантит. В руках умелого человека вот, вот так вот стантит. А вообще по информации много их привезут? Когда у них основная получается поставка? Ну, они уже есть. Уже вот, есть, да, уже, как бы уже да, можно уже купить? У всех дилеров. Единственное ограничение, что не все дилеры, которые продают мотоциклы BMW, могут продавать эти скутеры. Они продаются только в тех салонах, которые могут продавать автомобили серии i. Потому что по своему внутреннему устройству они прямые родственники. То есть батарейка здесь стоит от i3. Все понятненько. Ну да, у нас получается самое интересное будет. Это вот, вот такая самая главная новинка, которая здесь уже предоставлена, и ее не стырили. Я хотел с вами ГСА немножко помучить, но ГСА уехал в Краснодар, да? Да. В Краснодар. Но нам зато нам пообещали дать чуть ли не первым на тестовую. А еще меня дико терзает один вопрос. Мочи. Почему у него нет глушителя? Недоукомплектовали. Слушай, даже я за... нельзя поставить. Я даже задумался. Да, он же электрический полностью получается. Слушай, ну офигенно. Ну то есть это получается как бизнес-джет скутер такой. А ключ там? Ключ в... Просто панельку, да, давай хотя бы. Включим. А еще для меня, знаешь, дико то, что надо же он, ты очень... Он же бескоростной, то есть получается. Здесь не вариатор, здесь, да, как бы здесь автомат. Здесь электромотор. Ему не нужен никакой вариатор. Точно, ему не нужно ничего. И он, соответственно, задний ход за счет этого имеет. 114 до розетки. Задний ход имеет? Я пропустил, да? Да. Вот, офигенский. Давай я тебе покажу. Давай. Подержи отлично. Провод, а я тебе покажу, как он едет назад. То есть зажимаешь кнопку. Ну, мне надо нажать на тормоз и нажать на кнопочку стартера, чтобы его включить. Чтобы включить, понятно. После этого я нажимаю кнопку заднего хода. Покажи приборку. Так, задняя, да. Все, вот я поехал назад. Офигенски. Блин, ну он настолько тихий, мне кажется... А вот я поехал вперед. Мне кажется, он настолько тихий, что к этому надо сначала привыкать. Он заряжается громче, чем... Чем едет? Да. Вот эта система. Ну, блин, конечно... Клево, но... А? Максимальная скорость? Максимальная скорость 129 км в час. 129? А там ограничитель или он просто... Да, быстрее 129 не поедет. У нас все людей все больше и больше, особенно красивых девушек. Но не без этого, естественно. Когда есть мотоцикл красивый, хороший... Ну, они все, это же всегда... Всегда идут вместе, да? В комплекте, да. В комплекте. Так и так, друзья. Это тебе за то, что не смонтировал поехавших. Что именно? Твоя икота. Моя икота. Давай, я копаюсь в помоечке пока. Давай, вот так вот. Давай, снимаем. Контент. Друзья, ну что, мы сидим в легендарном авто, которое нам достался в Порше. Бутерброды, как мама делала. Качественный контент. Контент. Так, главное, сейчас на паркинге. Ну, слабой, что ли, выхлоп там, да? Что такое? Прямо точно. Я не могу, блин. В общем... Александр. Да, сейчас погодь. Да. Но там не будешь это ничего вырезать? Нет. Вот. Я целом... Саня, это дизлайк. Давай, врубай канитель, кочергу и поехали. В общем, друзья, мы где-то возле Истры. Сейчас кот опять тихо. Стоим в пробке, блин, я не могу надо держаться. Только не вздумай порезать этот видос. Не вздумай. Короче, ребят, у нас все хорошо, если что. Я ем, Саша пытается выжить. Так, смотри, уже. Дыши, 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 дыши. Короче, на Сашу напала икота. Уровень космос. Вот, слушай, ну реально прошло. Вот видите, я начал писать видосик. Как говорит Костя, качественный контент. Кстати, сколько видосов набрал там? 200.
200, а ты сказал, если 300, то будешь пилить вторую, да? 500, я сказал. 500? Дальше не будет, все. Капец. Нам всем повезло. Вы лишились видосиков. Вы лишились этих... качественных видосиков, да? Топчиков. Ты знаешь, если честно, я был уверен, когда ты запустил, я прям сразу сказал, он сейчас включит и будет молчать. Зачем ты вернулся? Дела были, надо было ехать. Надо было оставить и уйти просто. Я согласен, не дожал. Видос говно. Да, 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 надо было оставить и все. Я думаю, там вот просто информативности было бы больше. Да, да, согласен. А так ты куда-то едешь, зачем? Вообще же непонятно. Что это за видео? Скатываешься. Да, стырил как будто, знаешь. Какая-то движуха в видосе. У канала 360 как будто стырил. Ты заметил, они в последнее время, ты не видел? А, да у него нет, ну да, 360? Есть, есть. Есть? Они ставят камеру на бегущего человека, допустим, или, да? Знаешь, и час. Эта тема с Европы пришла. В Европе так давно, у финнов таких видосов куча, у французов. Ну просто понимаешь, посмотрев 7 минут, ты думаешь, блин, ну сейчас же что-то произойдет. Я же не зря эти 7 минут ухандохал туда, понимаешь? Я сидел, втыкал то же самое, как мотоциклисты ездят по Хельсинки. Да, втыкал? Затягивай. То есть, смотрите, он стырил идею. Академик, нет, он даже с точкой стырил мою идею. Да? Зашел, падал в комменты, увидел точку. Причем, такой. Я забыл. Нет, я забыл. Я поставил точку, запостил, такой, все, ты что, царев, 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 точно, царев уже это постил. В смысле, нет, я к тебе зашел в комменты и поставил точку. И буквально ты такой, хоп, через полчаса такой, думаю, блин, ничего своего нету, ничего своего нету. Да, да. Но зато, смотрите, он палит комменты, то есть он нашел мой коммент там где-то там, или ты его не нашел? Я нашел его потом. А потом? То есть у идиотов, у дураков мысль, да, сходится как бы, ну вообще просто. А я такой, ну как бы, да, подытожил день, точка. Да? Следующий шаг есть, я запущу JPEG с точкой. JPEG с точкой? Угу. В смысле, ты напишешь JPEG и точка? Я сделаю JPEG. Так. Делаешь точку. Так. Делаешь скрин. Так. Вырезаешь из скрина точку. Так. И постишь JPEG. А зачем так сложно? Гениально, не знаю. Не знаешь? Качественно. Да. Уровень. Уровень. Все ВКшечку. Люди старались. Все ВКшечку. Смотрим на этого гениального человека. Автора. Да. Ну-ка, понятно. Работает, 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 а еще, раз, блин, работает, два. Ну вот это кайф, если честно, и в такую погодку. Не, а... сдвижная панорама — это топ. Господа, кстати, сегодня 1 апреля. Никому не верю. Вот, давай-то, в общем, пишем, красавица держалась до конца. Держалась за конец, вот так, и мы с тобой на пару вот так до за конец. Конца. Держалась за конец. Слушай, мы наконец-то поехали, поэтому перестаем угорать и двигаемся в Питер. Ром-ром, мазафака. Ам-м. Сейчас будет порно, но другое. Что-то очень быстро мы разгоняемся. Прямо как легко. Вообще быстро. Сходу прям, да, и 220. Сейчас иду. Эти все прыжки, конечно. Бодро кладет, вообще прямо не думает даже. Сколько? 245? 252. Что это было? Не знаю. Все, 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 давай растормаживаться. Иссы. А что за звук-то был такой? Ну не знаю, у нас зеркала ходят и все остальное. Брат, ну звук такой реально был. Фу! Да? Фу! Как будто решину прокололо. И дальние у нас включат. Да, не включен, я включил. Что это был за звук такой реально странный? Ну 252 было, все. 262 было. 262? Ну вот да. Это отсечка. Так, Войгот, сейчас мы попробуем. Скорее всего, этот звук и был отсечкой. Сейчас мы еще раз попробуем. Еще раз? Да. Сейчас она тут прямая опять будет. Мы что, как она легко это делает? Я на F-Type, знаешь, как выжимал, да? Максималку? Не, здесь фишка в том, что я даже не вдавлю. Я хочу, да, Так, тихо хочу, чтобы не было. То есть мы сейчас 180 идем. Блять, а он не фоткает, я тебя понял. А, он проекцию может не увидеть, да? Вот она прямая. Вообще как летит просто скорость. 56, 60.
вообще просто. Он явно сможет 300, просто это, ну, 100%. По коробке сделано, видишь, чтобы за 6 не уходило. Да, 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 именно, то есть по оборотам держит его и все. Вообще в легкую. Вообще в легкую. На F-Type было гораздо сложнее. Ничего себе. Мама, я в телевизоре. Слушай, ну офигенски. Учитывая, что он это с нуля делает, так довольно... Ну, то есть мы сейчас 70 едем, чувствуешь? Да, можно дальние только выключить. Окей. Вот так вот. Это... Нет, ну допустим, 272 по спидометру — это погрешность. Но честно, 250 плюс там было. Кайф. Слушай, тачка зверь. Все-таки 5-литровый мотор — это дичь, да? Его прямо вообще не остановить. Он прямо ломит и ломит и ломит. Так, ребят, у нас тут есть офигенская... Я бы не знаю даже, как его назвать, это... Штука. В каком он получается класс? Ну, он называется R90 Scrambler, этот мотоцикл. Так. Класс Scrambler, ретро-мотоцикл, вот, ну... в стиле 60-х, 70-х годов. В те времена еще не было таких мотоциклов эндуро, их просто не существовало. Да? Mm-hmm. Были либо такие совсем кроссовые мотоциклы, на которых невозможно было ездить по дорогам общего пользования, и были мотоциклы, на которых невозможно было съезжать с асфальта. И в качестве такого компромиссного решения люди начали самостоятельно строить мотоциклы, объединяющие в себе два этих класса. Да? А такой вопрос, это получается же... Так, камера, сейчас, секунду... Эта модель получается новая, то есть ее не было в том году или была? В прошлом году появилась. В прошлом году появилась? В середине года. В середине года, да. Просто я видел именно только ее в конце увидел, да, как бы получилось. Ну, блин, ну мне кажется, это такой, все прям борода, татухи такой, какой-то типаж. Нет, я думаю, скорее хипстеры какие-то. Во, да, я все вспоминал, как это получается, такой хипстер, да, как бы, ну, такой. Да, ну, хипстерская тема, да, безусловно. Блин, ну мне вот он визуально очень нравится, то есть как раз вот если как класс мотоцикл для города иметь, я бы, мне кажется, такой бы взял, потому что на нем, ну, мне кажется, так, понятное дело, что без экипировки ездить плохо, как бы, ну вот на нем как раз такой джинсики, кроссовочки, приехал джинсики, куда-то, кроссовочки, да, приехал, да. Такой, все, на стиле. Да, да, вот, то есть на стиле, понятное дело, что как бы все мотоциклисты понимают, что падать никто не собирался, да, как бы, получается как, и какого у него ценника ориентировочно? И я так понял, то, что у нас там стоит еще какой-то, он немножко другой в чем? Сейчас всего в этом семействе 5 мотоциклов. Они mm-hmm. все конструктивно очень близки, у них одинаковые двигатели, но по сути почти одинаковые шасси с небольшими отличиями. Различаются они тем, что они под разные классы стилизованы. То есть есть Scrambler, mm-hmm. есть Retro GS, mm-hmm. который как бы... воскрешает в памяти образ вот самого первого ГС, который в 80-м году появился, родоначальника линейки. Есть ретро-спортбайк, есть... И они все в том году появились? Нет, один из них появился под родоначальник этой линейки, все, был в 2013 году, все, как юбилейная модель по случаю 90-летия BMW Motorrad, то есть 90 лет назад был первый мотоцикл угу. выпущен, за 90 лет до этого, вернее, это было в 2013 году, да. События, тогда сделали эту юбилейную модель. И так она хорошо зашла на рынке, настолько удачно стала продаваться, что, естественно, что глупо было этим не воспользоваться. И теперь у нас уже 5 таких мотоциклов в разной стилистике для разных людей. Кому-то больше нравятся ретро-спортбайки, кому-то ретро-эндуро, кому-то просто классические Все мотоциклы. Все понятно, да, но получается... Не, ну он в нем офигенский. Единственное, конечно же, меня немножко смущает, это любой BMW к широким горшкам. Ну, то есть они никуда не деются. Да, а его точно так же... На самом деле это ерунда, вот прям распространенное заблуждение. Во-первых, давай так, если мы посмотрим на него, видно, что руль шире. Нет, понятно, то, что руль, да, как бы всегда... И вот эти цилиндры, они вообще никогда не мешают. Вопрос. А, ну тут подножки, получается, далеко. Чаще всего бывает то, что ниже котел находится, очень сильно жарко становится. Здесь, я так понимаю, что... На самом деле, наоборот, я тебе скажу. Вот в жаркую погоду лучше ездить на мотоцикле вот на этом, потому что... Нету вот этой вот самой неприятной истории, да, когда ты в пробке где-то встал, у тебя вентилятор включился, да, и вот все на тебя, из радиатора тебе прям в ноги. Вот здесь этого нет.
А я так понимаю, у них вообще к ним защиты возможно поставить? Я понимаю, да, что дуги будет ужасно смотреться есть на нем. Есть такие специальные крышечки, мы называем их на сленге, на нашем лифчике. Угу. Вот, они защищают крышки. Ну, они, получается, от царапин защищают. На самом деле, оторвать цилиндр на этом мотоцикле... Ну, просто я слышал. Если ты попадешь в такую аварию, что у тебя оторвется цилиндр, то это будет самая маленькая проблема, которая тебя будет беспокоить, поверь мне. Все понятно. Главная проблема при падениях, это если ты расколол крышку, из нее начало течь масло, и ты не можешь ехать, потому что тебя заливает ноги масло. Вот от этого эти лифчики как раз спасают. Просто я не помню, на каком году модели говорят, что при падении бывало отрывало часть горшка. Не было такого? Может быть, это просто мне случайно попалось где-то... Распространенное заблуждение вот про отрывающийся цилиндр – это неправда. Нет такого, да? Ну, вот я, наверное, тоже... Невозможно оторвать. Ну, то есть можно, конечно, сломать можно все, что угодно. Нет, но там кто-то описывал то, что при легком скользяке как бы очень горшок отрывается как раз, если нет дуг. Нет такого, да? Абсолютно ну, то есть это просто заблуждение было. Разбиваются крышки – да. Оторвать цилиндр невозможно. Слушай, ну это получается тот мотик, который у нас в последнем Resident Evil был. Здесь обитель зла, даже видите, поднаклеили. Я бы на таком подавил зомбаков. А? Я бы на таком подавил цыган. По цыган? Правда, там зомбаков давили, а цыган подавили. А почему цыган? Тебе цыган не нравится? Да не, просто в фильме такая фраза была моя любимая. Да? А, все, вопросов нет. Так, друзья. О, друзья. Да, ведь вы все мои друзья. Да. Да, не сбитая шутечка. Ну что, мы добрались в Питер. Честно. Снова оказался я в Питере. Офигенская тачка. Я стою в своем черном свитере. Офигенская тачка. Я просто протащился, Костян даже за руль не пустил. Да, я, кстати, до сих пор еще за рулем, собственно, и не сидел. Да, ну сейчас испытаю уже на родных просторах. Сейчас меня в Пулково, и я домой. То есть, представляете, утром выехали, а вечером я уже дома. Вот такое 1 апреля. Да, передвижение. Эх, ты там кошмаришь людей, которые сзади стоят. Я прям не могу. Пробирает, да? А можно сделать еще круче, представь себе. Как? Ну, выхлоп. Блин, я прям вообще просто... Прям особенно вот... человек, который стоит прямо за нами припаркованный с опущенными стеклами, вообще получает весь спектр ощущений. Слушай, ну блин, это реально бомбическое ощущение. Я думаю, что... Особенно, когда теперь твоя. Еще чуть наколхозим, да, и будет да. прямо пушка. Ну просто, когда она твоя, то есть, да. Ладно, ты до этого не стеснялся, скажем до так. До этого считалось успехом просто на ней покататься, посидеть и погазовать. Сейчас. Теперь можно сделать это на постоянной основе, что радует. То есть, успех стал на сантиметр ближе. Еще, дай разок. Еще? Давай. Вообще офигенно. Да, кошмарит людей, хорошо это что. Ну что, 2 очкарика, один из них валит в Москву. Да, а второй остается на болотах. И начинает наслаждаться и показывать вам такую... Рон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Новый чумовой проект. Всем удачи. И пока. Ага, и мы еще сюда, вот эти вот проводочки. Эти проводочки, еще камера должна вот так и по кругу обойти. Базаришь? Так, альтернативная проводочка. Сейчас, альтернативная проводочка. Внимание. Вот так. Обзорчик дал на тачку, понимаешь?